Кронос. У нас покупают все. Ковальчук Сергей Николаевич, проживаю в городе Жабинка. Мотоблок нашел на сайте Кронос. И в Пески заехал, посмотрел уже так вблизи. Потом ко мне привезли уже в собранном виде. Вообще раньше то только лопата была. Потом культиватор у знакомых появился, то им культивировал уже везде. Поэтому я уже и планировал себе взять, чтобы ни от кого не зависеть. Если по твердой земле, то, конечно, немножко веса не хватает, но я брал с расчетом того, что мы не молодеем, поэтому вес я потом большой сам не потяну. А так этот хороший, вроде бы 115 килограмм, где-то его мне очень удобно. Я разворачиваюсь с ним в любой момент, как бы нормально. Задняя передача есть тоже очень хорошо. Простота в управлении, то есть не надо ничего выдумывать, куда чего нажать. Все механизмы как бы сразу включил, и сразу, даже если ничего не знаешь про мотоблоки, приехал, открыл ту инструкцию, прочитал один раз, все включил и начал культивировать. Одно только, ну, в инструкции вот плохо, что нету, как собрать фрезы. Это уже я через интернет просто нашел. Мне колеса очень понравились в нем. Я никогда не видел таких широких колес. По перевозке вообще удобно. Я теперь могу, вот к теще заезжаю в любой момент, заехал, перепахал, уехал. Я за день перепахиваю 2 участка. Ну тут у меня 7 соток и у тещи, наверное, соток 7 тоже получается. Я пока тут запахал, пообедал, приехал туда, там запахал. А раньше, неделю будешь копать, пока все закопаешь. Мне понравилось не то, что вот фирма сама Кентавр, а больше из-за того, что все-таки Кронос предоставляет рядышком, тут от Жабинки не так далеко, сервисный центр у них, они могут и выезжать сюда, если вызываешь, ну что-то случилось где-то, ну понятно, если гарантия заканчивается, то вам за свой счет, но это не так страшно, чем брать его весь и везти, особенно если в Минске интернет-магазины из Минска, у них только сервис, например, в Минске, и все, и что делать, то мне понравилось, ну там просто смотрел на эти фермеры такие вот, ну там полный Китай абсолютно, то как бы, ну, сервисных центров у нас вроде уже в Бресте есть, он тоже, ну почему там, понравился мне оранжевенький Кентавр.